Приветствую всех на канале BestWatch.ru. Сегодня на обзоре одна из самых ожидаемых и обсуждаемых новинок от компании Casio. Крутейший флагман Super Slim High Spec Chronograph из коллекции Edifice в невероятно тонком корпусе. Высокотехнологичный набор функций плюс элегантный спортивный дизайн, вдохновленный современными спортивными автомобилями. Итак, корпус. Он просто невероятен. Таких тонких хронографов в коллекции еще не было. Всего 8,9 мм. Инженерами компании был разработан совершенно новый модуль механизма, переработана компоновка и размер деталей с прецизионной точностью до 0,01 мм. Использован новый Bluetooth-модуль, Изменен способ размещения аккумулятора внутри корпуса. Уменьшено количество деталей ремонтуара и заводной головки. И вуаля! По сравнению с предыдущими моделями, хронограф стал тоньше аж на 30%. Но самое важное, друзья, что данный калибр из премиальной серии Океанус производится и собирается только на фабрике в Ямагата, которая является центром разработки всех самых современных продвинутых технологий Casio и предназначена только для продажи на территории Японии. Берегли, что называется, для себя, да, видимо, не уберегли. Но вернемся к корпусу. Эргономичный, обтекаемый, выполнен из нержавеющей стали. Диаметр 45,6 мм. Особого внимания заслуживает обработка корпуса. Большое количество сатинированных и зеркальных граней. Фаски, кромки, все обработано просто идеально. Переводная головка стальная, рельефная, с защитой. На торце красуется выгравированный логотип коллекции. В районе 2 и 4 часов традиционные для хронографов грибовидные кнопки пушеры. Широкий плоский стальной безель, словно иллюминатор. Имеет вертикальное сатинирование, а торец наоборот зеркально-глянцевый. Просто идеальное сочетание. Также по бокам расположены декоративные винты. Не броско, но весьма эффектно. Как в столь тонком корпусе разместили такой объемный многоуровневый циферблат, вообще загадка. Часовые индексы матовые, накладные, выполнены из стали, с тонкими вертикальными бороздками, а боковые грани глянцевые. Циферблат необычного серо-коричневого цвета с текстурой в виде вертикального сатинирования, как, кстати, у безеля, и напоминает кору какого-то дерева. Под циферблатом расположена светонакопительная панель, которую хорошо видно в индикаторах на 12, 9 и 6 часах. В районе 12 часов расположен 24-часовой формат времени, на 9 часах второй часовой пояс, который также совмещен с функцией будильника, немного ниже маленький индикатор времени до полудня, после полудня. Кстати, текстура солнечной панели в данных индикаторах напоминает традиционный японский сад камней с характерными бороздками, образующие кольцевые окружности вокруг осей стрелок. Ну и, конечно, самая заметная и эффектная часть циферблата ⁇ это объемный стальной полудиск изумрудного цвета на 6 часах, напоминающий спидометр автомобиля. Потрясающе играет оттенками зеленого цвета в зависимости от освещения. Стрелка под полудиском используется в нескольких функциях. Показывает день недели в режиме времени служит индикатором включения функций второго времени либо будильника. Ну и главная особенность – секундомер с точностью до 1 тысячной секунды с возможностью записи до 200 кругов и разницу между текущим и предыдущим временем круга в диапазоне от минус 5 до плюс 1 секунды. Фанаты автогонок будут довольны. В окошке на 4 часа индикатор даты. Под датой можно заметить значок Bluetooth мятного цвета, информирующий нас о том, что подключив ваши часы к смартфону через фирменное приложение Edifice Connected, можно с легкостью управлять и настраивать ваши часы прямо с экрана телефона. А это функция мирового времени, более 300 городов, автоматическая настройка времени, удобная настройка часов, поиск телефона, автоматическая корректировка стрелок часовой, минутной и секундной, отображение даты и дня автоматический календарь, индикатор уровня запаса батареи, двойное время. Источником питания служит система солнечной зарядки TAF Solar Power System, обеспечивающая непрерывную работу часов порядка 18 месяцев с включенной функцией энергосбережения и не требующей замены элемента питания минимум 10 лет. Устойчивое к возникновению любых царапин сапфировое стекло, водозащита 100 метров, позволяющая плавать без погружения. Задняя крышка стальная. Браслет облегченный, стальной, не литой. Благодаря этому вес часов порядка 130 грамм. Браслет, кстати, с хорошей отделкой в виде сатинирования, как и корпус. Данный вид отделки считается более практичным, так как на нем менее видны следы ежедневного ношения, как то потертости и царапины застежка раскладывающаяся, штампованная. Поставляются часы в фирменной синей картонной коробке. Что ж, друзья, время подытожить. Берем привлекательный эргономичный тонкий корпус. Добавляем надежное сапфировое стекло и шикарную отделку корпуса и циферблата. Щепотку отличных современных функций. Приправим все исключительно японской сборкой. И получим мечту практически всех фанатов спортивных часов и кассе в частности. Ну а исполнить мечту вы легко можете в нашем интернет-магазине bestwatch.ru и розничной сети bestwatch Retail Project. На этом пока все. По традиции ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Сергей, до новых встреч.